28-29 декабря состоялась вторая межрегиональная спартакиада по армейскому многоборью среди военно-патриотических клубов десантного направления, посвященная 34-й годовщине ввода войск в Афганистан. В ней участвовали наши асбестовские ребята. Спартакиада по армейскому многоборью среди военно-патриотических клубов проходила в городе Каменск-Уральском. Организовали данное мероприятие Свердловское региональное отделение Союза десантников России. Асбест представлял военно-патриотический клуб «СМЕРШ» в команде 9 человек. Князь, смена, равнение на государственный флаг Российской Федерации. Конкурсы проводились в разных номинациях. Ребята соревновались на скорость, разбор автомата Калашникова, снаряжение магазина патронами, подтягивание, отжимания, стрельба из малокалиберной винтовки. По армейскому рукопашному бою наш асбестовец Дмитрий Лихачев занял второе место. Клуб «СМЕРШ» приглашает ребят с 12 до 18 лет на занятия. Они проходят в здании автошколы ДСА в правый полуподвал. Каждое воскресенье в 18 часов.